Наш сегодняшний завтрак посвящен ассоциативным ароматам. Это новый социальный и фэшн-тренд, который охватил мир. Меняется бьюти-индустрия, меняется парфюмерно-косметическая индустрия, она меняется в соответствии с новыми требованиями людей, там, с активностями в социальных сетях и прочее, прочее. И в Казахстане появился совершенно новый для Казахстана проект, который называется Point of Fashion Experience. Когда вы можете создать с помощью этого проекта аромат своей свадьбы, который в конце вы подарите гостям, аромат своего дня рождения, который ваши гости пришли, и у вас парфюмерная атмосфера вечера, или свой именной аромат, или свой персональный аромат. Ходишь с этих мероприятий сытый, потому что это завтрак, да? Даже это больше бранч, скажем так, да? Поздний завтрак, ранний обед. И ты уходишь еще плюс к тому же наполненный новой информацией для себя. То есть ты постепенно все-таки, ну, говорят же, учиться никогда не поздно. Мы всегда учимся, образование это все. И мы многих вещей не знаем. И каждый раз что-то новое мы открываем. Perfume called Kazakh Silk Road. So it's about a bit about the environment of here, Kazakhstan, a very huge landscape, kind of idea of escaping in this country. And I give a idea of heritage with the Silk Road. And it's a very sophisticated, woody and spicy fragrance. We give a very, very sophisticated effect. And so with raw materials, so woods and spicy, refreshing by a spice called cardamom. And so the idea was also to use some elements who remind this heritage of this Silk Road we're getting through this big country. С вами Евгения Тян. Смотрите ID Fashion.